Здорово и здравия! Сегодня решил побродить на возвышенности. Она тут такая зеленая, хвойная, куча шишек. Видите, тропиночки такие. Такая, знаете, великая русская способность лазить хер его знает где. Вот. Там где-то вдалеке школа. Слышу, как дети орут. Где-то должен быть спуск. Я с абсолютно другой стороны пришел, но знаю, что где-то вот там, вот за этими зарослями, должен быть мой дом. Сейчас будем искать спуск по правой стороне и попытаемся отсюда выбраться. Вообще в Греции очень много таких вот, в городах именно, много зеленых мест, много, ну вот с какой-нибудь там Москвой не сравнить. Там только парк и все, сквер и все. А здесь очень много таких мест, где не строят и никогда не будут строить. Очень много таких не озелененных участков, а просто нетронутых. Их вот очень много. Вот, вот такой вот всякой вот штуки полным-полно. На каждой улице, в принципе, есть ну хотя бы пол гектарчика такой земли, а то и 2-3 гектарчика всегда есть. На каждой улице, в принципе, наверное, каждого города. Здесь запрещено точечно застраивать, здесь запрещено как полностью, понимаете, техногенную цивилизацию приносить в природу. Здесь все должно быть сбалансировано. По крайней мере, стараются так делать. Ну, вроде как получается, что я могу сказать. В принципе, ну вот, походить, вот погулять по таким местам, знаете, вот. Вот уже видна сами Афины. Знаете. Походить, погулять по таким местам, недалеко от дома находящимся, это всегда приятно. Учитывая, что вы живете в столице. Знаете, не в парк, где все равно видно, что там все искусственно. Вот. А именно в реальной живой природе. Особенно, если эта природа не похожа на ту, в которой вы привыкли обитать. Вот, походу, вот здесь эта школа. Детки играются. Пусть боксеры, спортсмены пусть растут. В Греции ни хрена нету боксеров хороших. Один только есть. Вот мы с ним, можно сказать, работаем. А так сложно здесь со спортом. Ну вот, в принципе, спуск я свой нашел. Здесь я должен буду выйти на свой район. Да-да-да-да, где-то здесь. Это вот этот вот весь участок, что я показывал, это кусочек. Тут где-то, наверное, гектара 3-4. Такой вот холмистой, хвойной, зеленой территории, камнистой. Ну, на горе, потому что на холме. Так что вот так вот устроена греческая природа, так сказать, именно в городах. Поэтому те, кто не любят, как я, например, полностью, когда все техногенно, когда все в этих бетонах, дорогах, камнях, домах, городах, тем в Афинах все равно понравится, потому что здесь баланс. Ну, даже просто вот со стороны посмотрите, видите, как бы и город, но он как бы и зеленый все равно. Вот. Если на какую-нибудь Москву так смотреть, или там Санкт-Петербург, или какой-нибудь Екатеринбург, там не так. Там будет уже, я уж не говорю там про Нью-Йорки, Хирорки, как у нас любят строить, не только у нас. О, Греция не так, Греция поприятнее в этом плане.